Хей, йога, если между мы продолжаем проходить игру под названием Bloodstained. И мы получили новую способность, это полет. Алмазик плюс. Так, сразу идем хилиться, потому что мы чуть не отлетели. Отхилимся, блин, я не знаю, мне нужно как-то будет туда быстренько пробежаться. Ну, если вы помните прошлую серию, мы так и не дошли там. Да, сумка. Потому что меня начали сильно очень пинать. Вражина. Что-то расскажешь? Давай приготовим что-то, если ты хочешь. Нихрена себе, подожди. Это вообще еще не хавал, да? Ух ты. А, ну рис мы уже хавали. Не знаю, слушай. Учение давай. Фраза. I'll go with this. Great. I'll go with this. Как раз для двух блюд подошло мне. Great. Так, давай. Pace yourself. Не торопись. Я думал, мне скажут что-то сюжетное. Go, бабку покормим. У нас же горе есть. Did you bring it? Не, я не принес то, что ты хотела. Бабка. Окей, тогда. А хотя потом ко мне купим. Погнали. Да, нужно будет приноровиться немного к телепорту. Так, мы можем, в принципе, сюда пойти. Там у нас наверху проход. Там еще наверху тоже проход. Меня интересует вот этот сундук. Давайте с этой стороны тогда пробежим. Пробежим, завезу телепорт. Потом я пойду, закуплю еще телепорты. Почему нет? Еще все правильно делаем. Хорошо. Это будет быстрее. Это будет быстренько. Блин, ну там вот сейчас эти заразы на меня нападают. Не хочу так их атаковать. Просто бегу. Не плевать на вас. Я бегу по своим делам. Только там потом спускаться нужно будет долго. Но сундук восстановился, найс. Немножко припечатался. Так, осколки. Уважающий луч. Огненный шар. Знаете, он меня зацепил.
так будет быстрее на самом деле. Да, пипец, это так непривычно. Вообще непривычно. Зато я могу просто пробегать, они меня не достанут. Да? Я не буду никого трогать сейчас. Ух ты, шерма, нет, все. Инвентарь. Телепорт. Мы забрали все, что мне нужно. Теперь мы. Куда мы можем еще пойти? Подождите, с телепортом. Начали локации в колокольню. И все. Пойдай, да. Пойдай, пойдай. Заходим максималка телепортов. Что срать хочется? Срать хочется. Жопа как. Так, это мне 4 телепорта. Должно быть уже около 2к. 20к. Да? What are you looking to buy? Нет, еще 16. Точно, зелье еще позаставать нужно будет. Так, слушай, у тебя что ли? Да. Сейчас я узнаю, что мы будем делать. Бегать туда-сюда, создавать хилки себе большим. И экономить на этом 200 каждый раз. Hi. What are we transmuting this time? Создать. Come back. Это маленькие типа монетки или это какая-то другая валюта? Походу да. Hello. What are you looking to buy? Thank you. Понимаете, просто я жопой экономлю как. То есть я покупаю по сотке, 4 штуки, 4 штуки эти я превращаю в большую. Are you eating? What are we transmuting this time? I'll go with this. Так я считаю экономлю. Come back. Жалко, что, конечно, нельзя много купить, просто обычных. А то, что здесь есть ограничения. Ограничения. Hello. What are you looking to buy? Еще нужно будет посмотреть шарф. Thank you. Нужно будет посмотреть шарфик. Hi, Miri. So, what will it be? I'll go with this. Так, слушай, ты ж не можешь по идее идти лучше, да? Полный шарф. Шарф напоминающий крылья летучей мыши. Ладно. Come back. Окей, потом зайду. Можешь сохраниться по теме. Или не надо? Думаю, не надо. Хавчик нужно было сожрать. Так, окей. Телепорт мы купили, все купили. В принципе, я могу сюда, во-первых, пойти. Пробежаться туда, где там проход. Либо пойти куда где сундуки. И там посмотреть. Подождите, больше тут ничего, да, такого нету? А есть на корабле после какое-то место? Ну, в принципе, да, можно отправляться в левую часть. И там куда-то, может быть, и перейдем. Подожди, а почему в левую? Стоять, почему в левую? Право у меня тоже что-то есть.
Может, гоу тогда вправо сходим? Но вправо. Вправо, потом влево, потом я завезу телепорт, потом я пойду. Зловещий клык. Чё, полетели? Хотя стопы. Сейчас узнаем. Так, стоять, снаряжение. У меня есть оружие, которое атакует вниз. И по низу, которое атакует. Пойди большие, да, все мечи? Я понял. Где мое там любимое оружие? Где-то другой есть проход. Но тут я не пройду сейчас. Наверное, считайте, в этой серии будет, наверное, побегушками. Демон мне поединиться дамажит. Поэтому ничего здесь опасного пока что не будет. Пока не перейду выше, да? Да, изи подвисло. Так, это место. Нет, еще дальше. Это не это место. Мне легче было на самом деле с города бежать. Я сейчас тупанул жестко стоять. То, что у меня не то стоит. Поехали наверх. А не, есть проход. А как мне вот это место проходить?
Я не врубаюсь. Как мне проходить в то место? Типа там не проходится? Алло. Или чё? Или я не врубаюсь? Что-то я не врубаюсь. Плюс новый левел. Плюс левел ап. Острая бритва, хорошо. Можно будет потом к мужику тому залететь, типа сказать, вот тебе на, держи. Теперь все будет отлично. Будет хорошо. Так, тэшка. Так, это место, поэтому... Полетели. Пока ничего. Так, там тоже куда-то проход. Короче, найс, там где-то проход, который я не могу пройти. Зачем ставить стенку, если я пройти тут не могу? Не врубаюсь, не понимаю. Ясно, понятно. Дэм. Сейчас там поднимусь, ладно. Пассивка какая-то, ни хрена себе. А против света повышает сопротивление свету. Окей, тихо. Яичко. Бежали сюда. Вот зараза, все-таки стукнул меня. Да-да-да. Не трогай ты этого. Запил конячку. Хорош! Молодца. Опа! Опа! Что я нашел? Так, тихо. Мне нужно, походу, колокола, да, все сломать? Чтобы типа пол упал. Нет? Как так? Кажись, нет.
Ладно. Тогда сюда. Окей, тут ничего. Тогда сюда. Пойдем отхилимся и пойдем дальше. Ну, то есть не отхилимся, а сохранимся. Пойдем вверх. 74 уже процента. Так, там я не смог залезть. Тут, в принципе, смогу. Пусть левел ап рыцаря. Я буду сейчас еще на секретку смотреть. А я ту стену не прочекал, да? Окей, что с той стороны? Сейчас будем колокола смотреть. О! Максимум. Здесь ничего, хорошо, здесь есть дверь. Мне этих, да, нужно демонов убивать? А ну блин, а. Я говорю, это очень тяжко. Ключ плотника, опа. Опа, ключ плотника, здравствуйте. Сейчас мы с вами эти будем делать. Выход-вход. Так. Изменить масштаб, вернуть мне. Как? Изменить масштаб. Подожди. А, во. Вот это что? Я не понимаю, что вот это вот. Вокруг надо. Я потом пойду посмотрю, что это такое. Так, наверх, да? Вот так оно собирается. Нет, ни хера. Ага, 2000. Соберись. О, хвост демона. То есть. Так, инвентарь. Т. Пойди здесь. Чё это? А можно как-то посмотреть, что где? Ну, сундуки, ладно, сундуки с сундуками. Выключить историю перемещения. Подождите, может... В этих есть... Снаряжение... Подожди, архивы, справочник. Так, люди, термины. Мне нужны термины на карте. Я понял вас. Окей.
стучи во все колоколы, получив конфетку. Тэш. Так, ладно. Там босс, туда мне, в принципе, не нужно. Где у нас еще что-то есть? У меня еще есть ключ. У меня есть ключ еще один. Там я тоже никуда не могу попасть. Вот место, куда я могу, в принципе, телепортнуться сейчас, сходить. Вот место. Там босс. Бля, я не знаю на самом деле. Это нужно уже будет смотреть, куда идти дальше. Потому что мы изучили довольно много с вами. Но еще только 74%. А вот место есть. Тихо. Тихо. Ладно. Дэм. Сейчас туда пробежимся. Ой, точно, у меня же этот есть. Я что-то за него вообще забыл, про крылышки новые. Огненный шарф. А шарф на помещение огонь. Так, минус интеллект, но плюс урон, защита. Сопротивление огню. Да, пускай будет. Так, хорошо. Прямо. Я не помню на самом деле. Ладно, смогу туда залезть. Ай. Ай. Можно. Бум-транк. Это меч. Какой-то меч. Можно будет еще тэпнуться и посмотреть. Может, я могу еще уже новую книгу взять. Ключ миллионера нужен. Ну нету такого ключа. У меня есть ключ плотника. Инвентарь. Да, у меня ведь есть ключ плотника. Открыть особую комнату, в которой ваши вызовы ждет демон. Ключ Селесты. Открывает комнату Селесты. Не знаю. Где тут еще можно что сделать? Сюда можно будет пробежать. Тут у нас все изучено. Ага, вот у нас еще место. Сейчас мы туда сходим. Скорее всего, это туда мне и нужно. Чекнем. Хорошо, что я метки ставлю. Но не изучено. А я телепорты я все нашел, которые нужны. Блин, все равно, типа, еще большой процент не надо. Еще довольно большой не найден процент. Так, сходим тогда... Скорее всего, это не плотник, а этого. А, да, я туда не мог попасть. Ядик. Сохранимся и пойдем. Хотя можно здесь и закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.